Ивановские депутаты выбирают главу города. На пост мэра подали заявки 4 человека. Это действующий городоначальник Владимир Шарыпов, его первый заместитель Владимир Пегута, депутат городской думы «Справедливорос» Александр Ракушев, а также сторонник партии «Единая Россия» и учредитель благотворительного фонда «Повышенная потребность» Александр Шарыгин. В понедельник конкурсная комиссия выбрала из 4 претендентов 2 – Шарыпова и Пегуту. Имя нового городоначальника – станет известно в среду на пленарном заседании городской думы, а уже в пятницу пройдет инаугурация. Губернатор публично поддержал нынешнего мэра. Мы вместе с Владимиром Николаевичем Шарыповым, который, кстати, подал, знаю, документы на конкурс, мы все желаем ему победы, и у города много задач, будем помогать по максимуму. И мы много об этом говорим с ним и делаем. Мы хотим, чтобы город наш стал по-настоящему комфортным, так называемая комфортная городская среда.